наши дорогие зрители! Мы начинаем нашу передачу, а у нас вы Мефодий. С вами я, Зоя Александровна Никольская. И я, Лейф Халвард Сильи. Мы правление нашей школы. Мы вам расскажем про то, что произошло у нас в школе за эти прошедшие 3 недели. А произошло у нас вот что. С 11 мая, буквально на следующий день после нашей с вами последней передачи, мы смогли начать снова занятия в классе. Все основные занятия во всех группах, они закончились, но начала я проводить такой обычный курс устного русского языка для студентов не очень высоких уровней. И сейчас у меня на этом курсе всего 2 человека, но возможно присоединяться. Пожалуйста, приходите. Этот курс, он, в общем-то, каждый день, кроме субботы-воскресенья. И надо просто смотреть, он объявлен на нашем сайте Rusiscanon. И там можно посмотреть план и прийти и заниматься вместе с нами. Кроме того, я провожу эксперимент. Я решила попробовать провести целиком курс для начинающих в онлайне. У меня только 1 студент. Вот, и, в общем-то, все там проходит более-менее хорошо. И что еще у нас будет? Мы решили не нарушать традиции. Мы, конечно же, принимаем и делаем все, что от нас требуют наши власти. Но власти дали нам послабление, и мы решили провести наш Пушкинский день. У Пушкина день рождения в этом году в субботу. Ну и, конечно, будет экзамен. Экзамен будет 19 и 20 июня. Экзамен будет в режиме онлайн, потому что ситуация такая, что никто к нам приехать не сможет, а если вдруг и сможет, то все равно ему придется сидеть 2 недели, ну, 10 дней в карантине. И это не очень не все это удобно. Мы уверены, что будет экзамен онлайн? Да, мы уверены. Я только что разговаривала с нашим руководителем. С нашим руководителем центра. Мы же местный центр, да? А наш центральный центр, головной центр, находится в Москве, в университете имени Ломоносова. И вот я только что разговаривала с шефом, и перспективы у нас очень хорошие. Вот. Так что я думаю, что экзамен будет. Я думаю, что все будет, как мы запланировали. Если кто-то там хочет сдавать экзамен, то, пожалуйста, напишите заявки, присылайте, регистрируйтесь и приходите на экзамен. Но мы еще попозже, поближе к экзамену, побольше расскажем, как и что, какие там технические, какие особенности будут в этом году. Все, или я что-то все-таки не сказала? Ты все сказала. Это я сказала, это я предупредила. Ну хорошо, тогда на этом мы закончим. Очень хочется, чтобы такая погода продолжалась и дальше. Так замечательно и тепло сегодня. До свидания. До свидания.